Она вышла, вокруг нее энергии чужих много, очень похоже на ящера, и они как голограммой вокруг нее оволакивают полностью. Хорошо. Мы так поднимем ее? Да. Защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий абсолютно. Берем Нону в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ноны поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Но, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду насчет счет три сканер сканирует пространство над головой Ноны и под ногами. 360 градусов вокруг нее. Сканирует все семь тонких тел Ноны. Находит все. А убери, пожалуйста, эти облака, туман, вата. Вокруг нее очень тяжелый груз какой-то. Хорошо, с силой моего намерения, вся эта энергия, которая находится вокруг ноны, выходит из нее до 100% и формируется в шар перед ней. Да, будет так, а так есть. Готово. Отправляет этот шар в клетку тюрьму. Он еще подсоединен к ней. Ну да и командует сканеру на рассоединение этого шара с ноной и ее тонкими телами. Пошло сканирование, сканер отключает полностью эту конструкцию от нее нити идут, и она крючками к ней подсоединена в разных чакрах сердечная. Угу. Все сканер отключает до 100%. Готово. Хорошо. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой, Ноны под ногами 360 градусов вокруг заложников. Один, два, три. Сканер сканирует все семь тонких тел, Ноны. находит все. У меня есть демон, инсектоид и ящер. У ящера есть робот, который контролирует все это. И робот есть, хорошо. Он, он в клетке? Да, рядом. Хорошо. Дальше. И арахноид. Арахноид. Все. Хорошо. Итак, арахноид, ящер с роботом, инсектоид и демон. Правильно? И у нее вот это облако. Груз. облако, конечно. Кто ответственен за облако? Да, ящер. Ящер, хорошо. Значит, ящера облако. Считай цифру демона над головой. 13. 13 герцовых. Хорошо. Приступаем к реверсу энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, пожалеет. Я даю команду тонкой копии ноны, справиться энергетические каналы и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэбрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низкой энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к ноне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел поток. К роботу возвращается, Вера? К роботу ничего не возвращается. Облако, а вот к этому облаку возвращается страх и слова какие-то, что раз отключение и рассоединение будет кровавым. Имелось в виду, что вот эти крючки, за которые она к нему подключена, просто так нельзя вытащить. Мы их вытащили? Да, мы раз. Ну, это ящер нам такой транслировал, да? Да. Хорошо, ящер. Считай цифры над головой этого паразита. 248. Хорошо, ящер, ты оказался прав. Действительно, это будет кровавая бойня сегодня. Ты не представляешь, что сегодня предстоит. В моих руках появляется живая плазма, и я эту плазму живую демонстрирую ящеру. Он ее сканирует и понимает, что с ним сегодня будет, когда я ему передам часть этой плазмы в дорогу, отправляя его назад на его чистоту. У него идет информация, что он потеряет много энергии. И эта плазма может истощить его до неприятных. У тебя неправильная информация, я. Энергетических. Там есть твоя ДНК. Ты не долетишь, до твоей чистоты долетит одна голова ящера, больше ничего. Он это имеет в виду, что они могут истощить его. И сил не хватит. Правильно. А когда ты устанавливал крючки на нее, ты об этом думал? Нет. Странная ситуация. С скольки людям, душам ты еще подключен с этим роботом? Подключен ко многим. А я и спрашиваю, сколько их? Число назови. Нет числа. Некоторые люди уже работают на меня. Распространяя этот груз дальше. Грузя других. О каком грузе идет речь, расскажи мне конкретно. Моих энергий. Хорошо. Живая плазма входит в меня. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса, но она забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает но на себя обратно, на хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Сколько находился арахноид в этом биополе? Четыре года. Сколько находился ящер с роботом и этим облаком биополя? Облако накапливалось постоянно на протяжении последних почти 25 лет. 25 лет. Хорошо. А Ты когда вошел? Подключился раньше. Сколько лет ты сидишь в этом биополе? Третий раз спрашиваю. Он считает. Калькулятор ему дать? 38. 38 лет. Скажи, Ящер, у тебя есть какой-то контракт с ней? Да. А еще у кого есть контракт с ней, я спрашиваю, у всех присутствующих? Ни у кого больше. Только у ящера. Будет интересно сегодня разбираться. Хорошо, поехали дальше. Как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину иголки, все, что ты оставил в ее биополе, вытаскивай, возвращайся назад в клетку, докладывая готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если ты что-то оставишь или забудешь, ты просто сгоришь в этой клетке по каналам. Чтобы такого не случилось, доставай все, приступай. Кстати, я вернулась от этого облака энергии какие-то несбыточных надежд, энергии. счастья, радости. Хорошо. А что ну украл их? Счастье и радость. Сейчас скажу. Формируется. Счастливого будущего не случилось, mm -hmm. которое она напланировала. Это все вернулось из облака. 38 лет. Поехали дальше. Он все забрал? Арахноид, посмотри. В голове иголки были, да, он забрался. Арахноид, что там были? Головные боли, мигрени, что было? Каша? Были и мигрени, и каша. Хорошо, и но, но, но вот этот паучок ответственность за головные боли и мигрени, которые ни одна таблетка на земле не убирает. И еще была зацикленность на этих боли. Ну, хорошее дополнение. Хорошо. Даю команду сканеру. Сканер сканирует сейчас на чистоте, нону сканирует на чистоте ящера робота и этого облака энергии, если что-то еще осталось не отключенное, находит и выводит все чипы, датчики, импланты, конвекторы, отключается и выходит из биоробота. Да, будет так, а так и есть. Сканер сканирует, находит все. У нее внутри как фантом этого робота. Выходит фантом этого робота, летит в этот же шар, который формируется. Готово. Хорошо отправляет этот шар в клетку, где находится облако. Инсектоид, выходи, вытаскивай. Сколько у тебя инкубаторов? Два. Хорошо, вытаскивай два инкубатора. Отсасывай всю жидкость, отключайся полностью. Сколько ты находился в биополе, ноны? Инсектоид? Двенадцать лет. Двенадцать лет. Ну понятно. Это не первый инкубатор, я так полагаю, да, инсектоид? Не первый. Да. И был бы не последний, если бы тебя не вытащили. Готов. Итак, Демон, сколько ты находился в этом биополе? Восемь лет. Восемь лет. Скажи мне, тебя послали или ты сам пришел? Кто меня не посылал? Тогда объясни мне следующее. На какую частоту ты зашел восемь лет назад? Что это было? Что ты Крики. остал? Крики. Злорадство. Слова. Ну, мне это понятно. Это твоя чистота. Ты зашел на свою чистоту, да? Да. Хорошо, Демон. Тебя интересует лярва в этом биополе? А как же? Давай тогда выходи сначала, вытаскивай все, что ты оставил. Отключайся полностью и на месте доложения, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Скажи мне, какими энергиями ты, вернее, какими этими подключками, которые у тебя стоят, как ты воздействовал на ее физическое ощущение, состояние, что она ощущала? Срок снимает у нее какие-то запястья, когда браслеты, которые он показывает, она когда говорит, руками машет, а когда волнуется и кричит еще больше, создавая этим вибрации негативные, которые демон подхватывает внизу. Нона, вы видите эту ситуацию, вы понимаете объяснение, вы понимаете, что в принципе вы пока являетесь причиной подключки демона он зашел на свою чистоту, на крик. Это музыка в его ушах. Он говорит, что ее выводят кричать. Да, может быть. Она теряет но, энергии при этом. Но, но право реакции на любую ситуацию лежит всегда в ваших руках. Нельзя весь мир обвинять в том, что вас вынуждает кричать. Это абсурдно, просто даже слушать. Если вы не умеете свои энергии держать и. Защищать я никому из присутствующих ничего не могу сказать. Ни демону, ни инсектоиду, ни этому арахноиду. С ящером будем разбираться, какой там контракт. У вас в руках всегда лежит право выбора. Вы от него отказались, списав все на то, что меня выводит. То есть вся ответственность лежит не на вас, а на окружающих. Причина... Вот это. А, сейчас след... пытаюсь абстрагироваться и избавиться от этого груза. Мы это убираемся сейчас. Свои мы, просто, мы должны разобраться полностью в ситуации, для того, чтобы вы поняли, на чем вы спотыкаетесь, и больше никогда этого не делали. Если такая ситуация наступает, вспомните об этом сеансе. Если вы сейчас начнете размахивать руками и кричать, вот этот 13-герцовый демон, ему ничто не запретит опять прийти к вам. Вы дали ему повод. Если вы спокойная... Я вы... просто так разговариваю эмоционально. Ну, так, значит, измените это. Вы же видите последствия этого эмоционального разговора. Оно вам идет во вред, и оно вредит вашему здоровью. И сейчас демон снялся. Еще... Хорошо, демон, расскажи мне, где лярва находится в ее биополе? Ну, у нее спина, позвоночник, шея, низ. Спина, позвоночник, шея и копчик, да? Да, низ живота. Низ живота. Хорошо, я уверен, но она должна эти негативные боли ощущать с таким воздействием, когда лярвы уже висят. Они черные, да? Сзади черные, живот черный. Все. Демон, я разрешаю тебе забрать эти лярвы. Ничего не забывая, Приступай. Готов. Хорошо. Тебя еще интересует эмоциональный фантом? Как же тогда остань чуть позже, я отдам тебе. Сейчас переходим к рассинхронизации. Я даю команду, все все забрали, я даю команду на рассинхронизацию. Два, три, пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Хорошо, даю команду, но не включая внутренний белый свет. Этим светом нам выдавляют все, все негативные патогенные низкоаборационные энергии, оставшиеся от интерферентов и их подключек. Пошел свет, свет выдавляет эти энергии, они формируются перед ней в шар. Готово. Большой шар. Ты знаешь, в этом шаре вышли ее привычки, которые были сформированы благодаря вот этому воздействию со стороны. Хорошо. Открывается под шаром портал в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. закрывая опечатывай, растворяй. Есть. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Подхожу к Ноне и помогаю ей моей энергии сделать импульс высокой вибрационного шоку удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы открывается портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Выходит эмоциональный фантом Ноны и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкое абрационную эмоциональную энергию, ревности и агрессии. Все это низкое абрационная ей жизнь проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышло. Фантом. Большой? Большой. Хорошо. Но на эти энергии вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Готово. Сворачивайте энергии в шар. Хорошо. Демон, готов забрать? Жду. Отправляю демону. Скажи мне, демон, какая из этих энергий для тебя самая интересная? Вот все, что я перечислял. Что тебе больше всего отзывалось? Какая первая причина? Из чего все исходит? То, что я собирал. Ее реакция крика. Реакция? И крики. вибрации руками. Хорошо. Ну, здесь добавить нечего. Забрался, да? Да, он забрал. Хорошо, все. Он прошел проверку, буду отпускать. Готов уходить, демон? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая растворяя. Готов. С огненную пентаграмму. Даю команду инзиктоид. Ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Арахноид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Переходим к контракту с ящером и аннулирование контрактов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, но она должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она, готова это сделать? Готова. Я говорю вслух, слухе, тонкая копия повторяет за мной. Я. Для всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Но он есть контракт этот. Хорошо. Но она можете посмотреть этот контракт, который вы заключили с ящером. Мы ставим монитор. И пошла вся информация по этому контракту. Какой год, где был заключен контракт, на каких условиях. Она вышла замуж за человека, в которого уже был этот ящер. И он перешел к ней. Да, он постепенно начал ей окутывать этими энергиями. А в этом мужчине он остался еще? Или он полностью перешел? То, что он подключил его, он понятно. Остался. Хорошо. Значит, тогда делаем. По контракту я вижу только так, то, когда они заключили его на сегодняшний день. Я не знаю, есть он в нем или нет. Судя по ящеру, есть. Какие условия контракта? Счастливая жизнь. И дал ему эту счастливую жизнь, ящер. Нет, он для себя сделал счастливую жизнь. Ну, понятно, значит, ты ее обманул, да? Она дала свое согласие. На что? Она дала свое согласие, чтобы ты ее сделал счастливым. Ты выполнил условия контракта? На моем понимании она счастлива. На моем понимании? Это был ее выбор. Хорошо. Вам все понятно с этим контрактом? Нона, вы поняли, как наивность отзывается? Уберите его как можно быстрее. Хорошо, повторяйте за мной. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Энергия вернулась. Уже? Да. Из контракта. Хорошо. Открывая портал в галактическое ядро, и все контракты уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулированы. Готово. Хорошо. Итак, контракта с ящером больше нет. Ли, пожалуйста, выйди со мной на связь. На связи. Приветствую тебя. У меня здесь экземпляр для тебя есть. 38 лет в биополе. Робот в этот раз не уничтожил, потому что он под... у него там целая сеть подключек, как он сказал. А робота ящера забираем, остальное уничтожить. Долгожитель и... какой. Да, я говорю. Хорошо. И под этим облаком с этими подключками и энергиями открывается портал галактическое ядро. И все это уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я еще да. разобрали. Чисто у нас, посмотри. Чисто. Поехали по частотам пройдемся. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таковое изделие было, оно проявляется. Чисто. Нона, у вас нет никакой магии. Вы теперь понимаете? Да, я понимаю, что Отлично. вся моя магия шла от, от ящика через Аб мужа. Абсолютно верно. Все замечательно. Когда вы это осознали, намного легче потом дальше идти прямо ей нужно 325 на 4 макушки, макушку головы но она начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 300 процентов каждый 1 2 3 потоки пошли наполняет усиливает все необходимые ей цвета начинает поступать мощность потоков усиливается частота вибрации поднимается до 25 герц пошел подъем она говорит, а вот это уже приятно, такая легкость входит в тело. Это ваша родные энергии. Вы должны каждый день заправлять себя этим количеством энергии, поднимать свои вибрации и ощущать это. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Готово. Пусть тонкая копия, но он исполнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, я даже боюсь теперь счастливый момент вспоминать. Не бойтесь. Вы новую жизнь начали. Для меня счастливый момент на сегодняшний день. Это мое спокойствие. 500, она говорит. 500. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии ноны до числового значения 500 Гц. Пошел пойдем. Спокойствие и гармония души. Готово. Да синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Нона, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после чистки? Легко, приятно. Замечательно. Что все Чувствую единое... спокойствие внутри. Хорошо. Так и должно быть. Это нормальное состояние. Все остальное мы вам сказали в этом сеансе. Прислушайтесь к нему. И не надо наступать на те же грабли два раза. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план, и вы это ощутили на физическом плане. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию ноны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу каждой клеточки, каждой изделинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.